Чего затянулось? Нет, полтора часа. Как полтора? Там внизу, говорят, собрание еще идет. Ну, идет оно, когда идет? Вот я пришел в 5. Архитектура природы становились материалом знаменитых исторических полотен мастеров. Современный Красноярск также бережно хранит память о великом соотечественнике. Ярким подтверждением этому является зимний Суриковский фестиваль искусств, который в этом году отмечает десятилетний юбилей. И несмотря на обширную программу фестиваля, предложенную организаторами, открытие краевой художественной выставки несомненно найдет отклик в наших сердцах, станет одним из главных ярчайших событий 10-го зимнего Суриковского фестиваля искусств и положит начало праздничным мероприятиям, посвященным 168-й годовщине со дня рождения Василия Ивановича Сурикова. Дорогие друзья, слово предоставляется главному специалисту Главного управления культуры администрации города Красноярска Светлане Владимировне Саможенко. Добрый вечер, дорогие друзья. От имени руководителя Главного управления культуры администрации города Красноярска Натальи Валерьевны Плащук мне сегодня делегировано полномочия поздравить всех вас с этим замечательным событием. Сказать вам слова благодарности прежде всего за то, что именно сообщество художников города Красноярска явилось инициатором проведения зимнего Суриковского фестиваля искусств. Это заслуживает наших аплодисментов. Это вам слова благодарности. Спасибо вам большое за эту идею, за эту инициативу, которая уже, как сказала ведущая, 10 лет. И мы рады, что такого яркого и знакового события, как открытие региональной, итоговой региональной выставки регионального отделения Союза художников России в ряду основных мероприятий зимнего Суриковского фестиваля. Поэтому я поздравляю вас с открытием выставки, я поздравляю вас с 10-м зимним Суриковским фестивалем, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо. Школа номер 1 Глеба Ботанова. Концертмейстер Маргарита Ботанова. Гринка. Ноктюрн. Thank you.
своим художникам представляет отчет о своей творческой деятельности. Краевая художественная выставка вещает все разнообразие художественных процессов, происходящих в изобразительном искусстве Красноярского края. Построена как ретроспективная выставка, дает яркое представление о сегодняшнем дне Красноярской региональной организации «Союз художников России». Это десятки молодых художников, получивших серьезное образование не только в столичных вузах, но и прежде всего здесь, в нашем Красноярске. Это самый большой по Сибири и Дальнему Востоку союз художников, насчитывающий около 200 мастеров разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Это сильная красноярская школа, прославленная многими замечательными именами мастеров, оставивших яркий след в российском искусстве и продолженная современными сильными художниками. У нас очень талантливая молодежь. Дорогие друзья, и вновь для вас звучат произведения классиков. На нашей импровизированной сценической площадке учащийся детской музыкальной школы номер 1 Константин Шалыгин. Танго. В течение месяца до 25 января 2016 года
2016 года краевая выставка будет принимать своих посетителей здесь, в этом здании Красноярского союза художников. Дорогие друзья, слово предоставляется заслуженному художнику Российской Федерации, члену-корреспонденту Российской академии художеств, председателю Красноярской региональной общественной организации «Союз художников России» Сергею Евгеньевичу Ануфриеву. Дорогие друзья, время действительно летит стремительно, очень быстро. Это уже 10-й Суриковский фестиваль. Это правда, что наша организация 10 лет назад вышла с такой инициативы в администрацию города Красноярска и получили не просто одобрение, а прошел первый пилотный фестиваль, в котором участвовало совсем немного творческих коллективов, и наша выставка была центральным событием. Теперь более 200 коллективов творческих, музыкальных, хореографических участвуют целый месяц в этом настоящем празднике искусств. И замечательно, что все это происходит под именем нашего замечательного земляка Василия Ивановича Сурикова. Не каждый год может гордиться такой историей. Нам действительно повезло, но я считаю, что мы каждый год отдаем свой долг этому великому имени. И наша краевая черная выставка – это такая сложившаяся добрая традиция. Это наш отчет за целый год. Это наш подарок горожанам и гостям. Всем, кто приезжает в наш город на новогодние праздники для того, чтобы порадоваться вместе с нами. Хочется от всей души поблагодарить всех участников. Всех, кто сегодня пришел на открытие выставки, поздравить с наступающим Новым годом и пожелать здоровья, счастья и любви. Спасибо. Друзья, ко всем поздравлениям присоединяются учащиеся детской музыкальной школы номер 1 Андрей Чекушин и Николай Суханов. Ваши аплодисменты. Казаки. Едут, едут по Сибири. Наши казаки. Наших артистов и художников.
пожелаем фестивалю удачи. И пусть земля сибирская продолжает прирастать могучими талантами, каким был Василий Иванович Суриков. Дорогие друзья, наша церемония завершена. Поздравляем вас с открытием фестиваля, с наступающим Новым годом. Желаю дальнейших творческих успехов, ярких событий и достижений на благо земли Красноярской. Приглашаю вас поближе познакомиться с художественной выставкой. Thank you.